Загородный дом – это что? Наше имущество, да? 36-я статья. Если мы с вами являемся собственниками многоквартирных домов, то мы отвечаем с вами еще как за общедомовое имущество. Сегодня на плечах собственников многоквартирных домов лежит немалый груз ответственности. Как разобраться в своих правах и обязанностях? Над этим вопросом задумались специалисты. Именно так родился образовательный проект про ЖКХ. Жители, они уже много раз участвовали в наших формальных встречах, в неформальном формате, но стандартном. Здесь выбран нестандартный, неформальный формат, игровая форма, форма вопрос-ответ, форма, когда сами жители участвуют в процессе и сами жители получают ответы уже в ходе обучения. То есть они не просто слушают лектора, а пытаются найти ответы внутри тех знаний, которые у них уже есть, а также получить знания именно в игровой форме, общаясь между собой. Новый формат проведения обучающего семинара пришелся по душе участникам встречи. Интерактивная форма позволяет гораздо быстрее разобраться в сложных вопросах. Мы сейчас собираем информацию, что бы еще жители хотели услышать, что они хотели бы разобрать, чтобы в следующем году им эту информацию дать. И в любом случае старые темы, они тоже остаются, так как законодательство меняется. Каждый раз у нас в год по два, по три раза новые изменения. И эти изменения мы доносим до жителей. Программа «Про ЖКХ» будет продолжена. Организаторы обещают, что им есть чем удивить слушателей и о чем рассказать. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».